одном. Когда все мысли только о нем. Когда он и есть большой футбол. Выиграй битву звонков и попади в прямой эфир «Авроры». Сделай свой прогноз на матч. И если твой прогноз окажется верным, то 10 тысяч драм твои. Официальный букмекер большого футбола «Тото Гейминг». Сделай ставку, сыграй на победу. Большой футбол на радио «Аврора». Эх, ребятки, какое же сегодня все-таки утро нервное для всех водителей. Ну что ж, давайте немного постараемся сейчас расслабить наши нервы. И облегчить их судьбу. Ну, аж конечно, на 10 тысяч драм. Да, 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 совершенно верно. Мы, разумеется, не можем сейчас разогнать тучи и рассосать пробки. Но, дорогие друзья, вот обогатить вас на 10 тысяч драм, это от Авроры и Тото Гейминга просто расплюнуть. Так что, пожалуйста, звоните прямо сейчас к нам в студию. 091-76-1007-0 СНМЭК-1 СНВЦ-ТАС-0-Й. Мы в прямом эфире, как всегда, вместе с вами поиграем в большой футбол, обсудим немножко футбол, не будем его обсуждать, если вы его не любите, но вы заодно и попретендуете на 10 тысяч драм от Авроры и Тото Гейминга, если угадаете, чем закончится игра Атлетико Мадрид Челси, которая у нас ожидается 27-го, то есть сегодня вечером, 22:45. В общем, будем ждать, это будет точно интересная игра, если вы любите футбол, конечно, вы это уже знаете. Если нет, то мы вам просто расскажем, назовем пару там каких-нибудь имен, фамилий, фактов, да, коэффициентов, а то-то. Как всегда, вам будет помогать официальный букмекер большого футбола компания Toto Gaming своими коэффициентами. Вот они виднеются уже сейчас на нашем визуальном радио, на сайте radioavrora.am и, конечно же, везде, где можно Аврору посмотреть. А это, знаете ли, много очень мест. Вот, например, с недавних пор Аврора теперь не просто радио, еще и ТВ. Так что Аврора ТВ можно посмотреть и на ваших телевизорах. Если у вас есть приставка, допустим, Ростелекома, либо BTV или CTV, а еще можно посмотреть на планшетах, смартфонах, в общем, везде. Подключайтесь к нам, давайте быстренько к нам в дружную авроровскую компанию играть в большой футбол и выигрывать денежку. Плюс ко всему, друзья, все участники наших авроровских игр получают от кинопарка еще и такие вот скидочные ваучеры на 1000 драм. В общем, их у нас очень много, так что будем дарить всем участникам разнообразных игр. И всем друзьям, членам семьи этих участников. Можете приходить, забирать сколько хотите. Ребятки, вас, кстати, прямоэфирной студии «Радио Аврора» сегодня приветствует Артем Гудаян. Я Люся Любимова. И, конечно, все эти люди, которые сейчас торчат в пробке, их много. Я просто напомню всем водителям, что у нас до сих пор спуск по проспекту Баграмян просто стоит. Он не двигается, друзья. К сожалению, из-за ужасной аварии, произошедшей еще ночью. Но поскольку туда прибыли спасатели в большом количестве, то сейчас... Баграмян или Гаряци? На Гаряци, да, у нас. Но проспект Мясникян и, кстати, спуск по проспекту Баграмян тоже у нас сейчас затруднен. Как и улица Сараланч. И вот сейчас прямо нам сказали, улица Чаренс при подъеме по... значит, Гаряци, при подъеме, да, к Гаряци, к улице Гаряци. Да, совершенно. А еще прямо сейчас мы уже готовы поздороваться с нашим слушателем. Алло, здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Степан. Степан, очень приятно. Я Артем, это Люся. Да. А где вы сейчас находитесь, Степан? Степан Джан, чичнека, кандагит шат вата, ичнеля. Там мара шоке. Шнурив шат лап перья кенкет джана пари ерте векуцун нерит, и шнурив дзез. Спасибо. Дзез энклесун, ворпуси наман хочен дотнери чего андипен. Степан, если вы позволите, я все-таки хочу сказать, что это не только, конечно, работа Авроры, но и в первую очередь такая, я скажу так, совместная работа Авроры и наших слушателей, радиозрителей, потому что без вот их полезной информации, ведь именно наши слушатели становятся свидетелями разных пробок, там, ДТП, и именно вот они являются нашими такими самыми оперативными корреспондентами, да, которые вот в течение всего дня нас информируют. Поэтому, да, Степан, и вам, вот в вашем лице как раз хочу поблагодарить просто всех, кто слушает и смотрит радио «Аврору». Степан, а вот вы в Норвегии же что потеряли? Вы там живете или работаете? Я в Стехопруме, и мало что танки мечем чеснасок. Инчайканом. В Барселоне депи Гевадир. Такси варим. Водитель такси. Из картонек има мекена и мечте, но уже версенек. С панин чунем, мы гнем папидату и хетевич. Ясненько, а с футболом как дружите, нет?
Футболом, да, конечно, дружу. Ну, рассказывайте, за кого болеете? Если честно, особенно за Манчестер Юнайтед, да, то, что Генрих Механ играет в Манчестере, и за Реал Мадрид. Из Реал Мадрид, я вас поздравляю, да, с вчерашней победой. Реал Мадрид обыграл Дортмундскую Боруссию. Ура! Радуется и ликует, да? Эх вы! Ничего, зато у нас есть победитель благодаря этой игре. Это Арсен, он дозвонился, подожди, понедельник он дозвонился и как раз составил прогноз на эту игру, спрогнозировал победу Реал Мадрида. Он выиграл 10 тысяч, и вы, Степан, тоже можете сейчас выиграть. Но уже благодаря другой игре сегодняшней. Атлетико Челси. Да. Ну, вы знаете, шат ляв акумбнерен. Ага, я видел. Атлетико Нельгидем, Челси Нельгидем. Ага, Да, но вы же понимаете, что это не будет простая игра. Это будет реальная битва. Да, у Челси все прекрасно. Шат дажан хавали нелю. Неплохо. И мы вам сейчас озвучим коэффициенты, да, такие небольшие подсказочки от Тото Гейминга. Именно вот на данный момент, какие они есть. Хотя к вечеру, если вы следите, вы понимаете, они могут немного туда-сюда измениться. Но вот на эту минуту у нас коэффициенты от Тото Гейминга следующие. Итак, Атлетико и Хахтанаки Хамар Тото Гейминга Саманрел Ерку Евтаснут Горцакиц, Вочфокинг Нахателен Ерек Евтаснахинг, Ев Челси и Хахтанака Ерек Евхитсунхинг. Неоднозначно, короче. Очень сложно сказать, что здесь будет. Да, больше, конечно. Ага, да, Степан? Это вам в Тото эксперте работать надо, если вы так игру прям разбираете по полочкам. Вы, я смотрю, конечно, большой фанат. Как вот эти вот маленькие стадиончики, такие маленькие поля, да? Да, сегодня прям профессионал дозвонился. Круто, круто, очень приятно, Степан. Вот вы знаете, мы как раз до эфира, до начала большого футбола обсуждали эту игру и думаем, нет, ну тут что-то не то, ну явно не Челси. Поэтому, Степан, ваш прогноз на победу Атлетико Мадрид мы принимаем. Это ведь окончательный, да, прогноз? Шатляв. Значит, так мы и запишем. Победа Атлетико Мадрид. Если подтвердится ваш прогноз, то значит вы выиграете 10 тысяч драм от Авроры и Тото Гейминга. Но в любом случае, вы, Степан, я уж не знаю, ходите в кино, не ходите. Я думаю, что периодически грешите этим, правда ведь? Да, конечно. Ну вот, значит, у вас, точнее, от кинопарка для вас есть такие вот сюрпризчики в виде вот этих вот бонусных, даже не бонусных, а скидочных карточек. Мы вам можем подарить их даже несколько, вот сколько вы захотите, да? На поход в кинопарк у вас на каждый билет будет скидка 1000 драм. Спасибо вам. Спасибо. Я просто напомню, что кинопарк у нас находится в Ереван-Моле, поэтому, в общем, чтобы вы знали, куда ехать. Хорошо, Степан? Хорошо. Удачного вам пути, поменьше пробок. Как водителю такси, я вам хочу пожелать стальных нервов еще, потому что сегодня, наверное, они вам пригодятся. Это прям как бальзам на душу ваши слова, честное слово. А то у нас сегодня телефон просто разрывается с утра. Степан, огромное спасибо за звонок. Еще раз вам доброго пути. И на этом мы пока с вами попрощаемся. А теперь, друзья, перейдем к прогнозам от уже других экспертов. Не от Степана, а от ребят из Тото Эксперта. Это такая замечательная площадка в интернете. Отдельный сайт totoexpert.em, который вобрал в себя экспертные прогнозы, разные новости и видеообзоры, благодаря которым можно потом выиграть денежку на Тото Гейминге. Итак, обсуждаем игру ЦСКА Манчестер Юнайтед. Она будет сегодня 22:45. Айсхаги Хамар, Тото Эксперта Матацума, Вор Юнайтед, Кокарогана Хахтель, Мекиц, Авель, Голери, Тарберу Чамп, Ев Горцакиц, Ерку, Ев Мек.
Բացի այս խաղից այսօր առանձնացրել են նաև ՊՍԺ Բավարիա խաղը։ Այս խաղի համար էլ մտածում են, որ ՊՍԺ-ն կհաղթի, գործակիցն է 2-0-5։ Вот такие вот коэффициентики и такие вот прогнозы у нас на сайте totoexpert.am. Радио «Аврора» продолжает свою работу. Не забывайте, что мы сегодня с вами встретимся в рамках автомобильной программы М20. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, какие-то спорные моменты, готовьте их, зафиксируйте, чтобы в прямой эфир к нам дозвониться сегодня, поделиться уже и вашей историей, или, может быть, вашей проблемой. А еще сегодня мы с вами будем обсуждать просто ужаснейшую ситуацию на улице Тичино. Что там именно происходит на протяжении уже последних 2 месяцев, узнаете как раз в программе М20. А это был «Большой футбол». Артем Будаян, я Люся Любимова. И все это на «Авроре» с нами вместе. Тото Гейминг. До связи. Слушай и смотри «Большой футбол» на радио «Аврора». Радио «Аврора».